Пыхнет под косой пчела отравлена. Закрывай ворота! Закрывай! Ко мне? Что, бунтовать, бунтовщики? Набег на постройку заводской деревеньки месяц назад. Учинили твоего, юрта башкирца. Земля-то наша, отцы. Молчать! Разломали мост? Мост не ломали, лес не продавали. Кто здесь начальник? Ты здесь начальник или я? Я говорю, ты молчи. Молчим. Молчи. 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 Дай. За дерзкий самовольный набег. Собрать в пользу заводчиков штрафных лошадей 200. Нет, 300. Всех же башкирцев мужеского пола выдрать нещадно плетьми. Старшину первого. Ой, Алла! Моя низа! Моя низа! Ой, Алла! Алла! Ой! Ой!
Да. Башкиры! Рус. Правильно, русский. Рус! Да ладно. Русский, русский. Что с того? Я русский, а ты башкир. Я здоровый, а ты хворый. Идем. Ложись. Ты больной, тебе нельзя вставать. Ляжу! Лёж. Не буду, Лёж. Лежи. Тебе сдохнешь. Вода. И... Ну. Да. Рус! Не буду пить! Рус! Хорошо, а ты помирать собрался. Куда пойдешь? Куда? Айда туда. Тебя туда, а меня сюда. А что не вместе? Вместе вернее. Ты русский, а я башкир. Тебя туда, а меня сюда. Хошь. Вот сатана. Двоих поймали. Двоих. Да ведь здоровые. Здоровые. Отколь взялся? В кустах родился. Да ты смело. А смелому и гороху хлебать. Чем застращаешь? В железах ходил, в рудниках рылся. Мне где не жить, все Господа славить. А там избегу. Клейбеной, каторжник беглый, мокрый забой. Мокрый за собой его, мальчишку башкира, туда же! Байца, парень. Ладно, ненадолго. Пила. Пила. Твоя пила. Наша. Не хочет работать? Не-не-не, дорогой, сами заставят, не тонуть же им.
Эй, ты! Чего воду не отмиваешь? Уткнул, что ли? Видишь, по колено в воде работаем. Мы парим! Собаки! Собаки! Русские собаки! Салям алейкум! Они напали на тебя. Кто нападал, получит плети. Кто ты? Твой брат. Такой же башкир, как и ты. У тебя плети? У меня нет. У меня цепи! А ты без цепей. Какой же ты меня брал? Я заслужил свою должность усердным трудом. И скоро буду свободен. А я найду другую дорогу к свободе. В цепях не уйдешь далеко. На каждой шлезе найдется сталь. Пила. Пила. Дела где? Куда спрятал? Добили мальчонку! Стервы! Не сдохнет! Он ты! Наступник! Где пила? Куда спрятал, говори! А ты поищи! Лошарь, не ленись! Тебя, собака, насмерть добью! Насмерть запарю, собака! Насмерть! Ассаляму алейкум! Ты мой брат, башкир. Я твой брат, башкир. Аваха. Батыр Салава. Батыр, салават, батыр. Кухарь! Хайя! Ой, врёз. Самому убежать, а других оставить. Не дело. Туда. Кайло взял. Пригодится. Кого в лоб стукнуть, а кого и в затылок. Поднимай! Поднимай! Что говорю? На
дворян подниматься. Знамя народу нужно. Да и деньги на экое дело. А где их? Не деньги. Люди дороже. Верных да смелых людей собирать надо. А деньги... Как быть-то? Стучат, слышишь? Куда, говорю? Стучат, тять. Подождут, не беда. Ну ладно, иди открой. Иди, иди, ваша милость, иди. Оксана, батя дома? Дома, дома. Здорово, Афанасий! Фу! Принимай гостей! Тезка! Здорово! С приятелем? Нет, брат, теперь по-другому делать надо. Теперь большой костер разжигать надо. Новые речи. Большой костер разложил, как дымище напустишь, все комары тартаровы. Отколь же большого огня взять? Слыхал? Сам государь в народе объявился. Императрица, супруга его, Катюшка, заковать его было велело, мертвым объявила, а он живой. Ходил по всей земле, всю правду видел. Уж такой не обидит народа. Бабки зовут. Русский царь для вас добро сделает. А башкирам какое дело? Врешь, Исаул. У нашего государя пасынков нету. Все дети родные. Наши люди так говорят. Отец всем детям одну волю давал. Который сын не родной, две воли давал. Одна воля – голый гуляй. Другая воля – гуляй без рубахи. Какую ж волю башкиры хотят? Наши люди... А говорят, землю заводчикам не давать, лес рубить не давать, лошадей штрафных не давать, начальников, которые народ обижают, прогнать надо, башку начальникам рубить. Башкирам больно жить надо, как рыбы в воде плавать, как зверь в лесу ходит, как птица в небе. Вот что надо нашему народу. Месяц песни играет, а песня летит,
Гляди, на землю прилетела. Земля стала белой. Кругом все белое. А тут, черное. Отчего ж у тебя тут черное? На сердце у меня черно. Черная жизнь башкирского народа. Эх, взять бы крылья, да полететь. Белое, совсем белое царство. Ладно, иди в избу. Спать пора. А если не пойду, что будет? А вот что. Что? Забоялся? Русских девок ты чай не видал? Ну, ладно. А как русские? Пусти. Не пущу. Лови. Лови. Пусти. Не пущу. Пусти, медведь. Медведь девку не пускает. Вставай, вставай, сударь, в дорогу пора, светает. Светает. Ну, знать пора со двора. Слышь, гостей своих не взбуди. Жена чай у тебя есть? Невеста есть. Ксанка. 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 Не плачь. Поедем в нашу деревню. Ты женой меня будешь. Не, что можно. Башкирец. Я тебя до рысьего лога провожу, а там ты и сам доберешься. А. Батька. Когда же стариков-то созовешь? На неделе. Такие дела с опаской творят. Затяни-ка супой, ваше величество. Не оставлю твоей заслуги, Перфилию. А время придет, и награжу. Лапуше скажи, чтобы он свою ватагу разослал на Волгу, на Яик, башкирцы, киргизам. Буча! Пусть весть в народе разносит. А башкирец правду молвит, худо им жить, о, худо! Ну что ж, Исаул, значит, опять врозь, как тогда. Ты башкирец, а я русский. Тебе туда, а мне сюда. Ну ладно, ладно, Афанас Иван. Ты свой народ поднимать будешь. Я свой народ. Ты по прямой дороге пойдешь. Я по прямой дороге. А на прямой дороге встреча будет. Так, значит, на прямой дороге встреча будет. Ага. Да. Что делать? Опять кого-то лошади давать надо. Беда. Не дадим лошадей. Совсем народ налогами разорим. Ай-ай.
Не дашь лошади, сам иди завод работать. Такой закон. И людей не дадим. Как смело кричит народ. Смелых возьмут на завод, смирнее станут. Рабство! К заводу не пойдем. Пусть богачи сами поработают. Вот народ, а? Совсем забыл, что мой хлеб ест. Машенька, так нельзя говорить. Что делать? Закон есть закон. Скоро, скоро пойдут другие законы. Никто не смеет разорять свободный башкирский народ. Аума Башкортостана! Ауматай! Скоро! Скоро пойдут другие законы! Охрен! Нельзя такие слова говорить! Постой! Постой, отец! Рассказывай! Рассказывай, Салават! Говори! Говори, Салават! Не слушай старшину! Говори! Отколь взял? Ну? Где взял? В кабаке кто-то сунул. Ну, бес его знает, что за листы. Ну? Говори, чего тут написано? Да я, слава тебе, Господи, и русской грамоты-то не ведаю. А татарскую как мне знать-то? Не ведаешь. Не ведаю. Не ведаешь? Баринок, милый! Отколь, молодец? Из шайтан кудинской юрты. Салават Юлаев. Начальник спрятал это письмо. Зачем ты прячешь? Это письма подымут народ. Народ. Поднимут народ. На мулу. На старшин. Научат народ грабить баев. Башкиры! Слушай меня! Русские купцы! Дворяне! Чиновники! Как волки грабили нас! Как говоришь, хорошо говоришь. Пришла пора перебить этих волков. И мы будем свободны. Хорошо говоришь, верные слова. Эти слова сказал царь. А волки хотели скрыть от вас царские слова. Перебить волков! Баир-батыр убил главного волка. Отнял у него письмо и спрятал на своей груди. Тише. Какое письмо? Пишется? А честь вам? Ой, Салават, комсарские слова. Что царь башкирцев хочет давать? Давай.
тебе, верни башки. Сейчас самое время изгнать всех русских из нашей страны. Внуки будут о нас говорить. Да, внуки будут о нас говорить. Ага, понял, сам понял. Я понял, что ты ничего не понял. Тише вы! Не колдите! Она, мы тут осаду держать будем, стоять, а в ту пору чьи хаты, все хозяйство на дым пойдет. Наше казачье! Сковали за дело казачье, а стоим за собачьим. Видишь, всю Россию под себя подмять хочешь. Крылышки пора орлу обрубить. Ох, пора. Давай, давай, скорей проезжай. Куда? Куда едете? И за Каракову дорогу. Люди! Закрой окно. Зачем пожаловали? К тебе, Ваше Величество. Военная коллегия. Давай, говори, держи. Говори, Иван Твердович. Мнетесь чего? Ладно, я скажу. Города не взять, а хлопуша, сам знаешь, на заводах разбить. Стало, пушек не будет. А то сделать голодно. Да. Решили, военное вашего величества коллегия, пора идти зимовать на Яицкой городок. А я иду вниз. Башкирцев царица на нас посылает. Пугались? Эх вы, вояки. А Михельсона кто проспал? Кто войско в город пустил? Якимка? Повесь Якимку. Она, смотри, я так ты всех перевешиваешь. Мы тебя на горбах носили, а ты чваешься? Чем ты был? Рубахи не было. Нажрался. Что тебе надо?
сладко кушай, мягко спи. Врешь ты! Вижу, к чему подбиваете. Бросить народ на расправу дворянам, а самим на яик бежать. К бабам! На печку! Все себе, все за пазуху! Живоглоты, воры! Ну, потише ты, ваше величество! Присягу Петру давали, не Емельяну! Вон оно что! Так я к народу обращусь! Народ меня Емельяну примет! Я жим! Народ не даст! Нами ты силен, а не сволочью крепостной. Кто ты без нас? Беглый каторжник! Молчи, собака! Никимка, веревку! Семейку вязать! Пугача! Давай, давай! Якимку повесить. А время придет. Укажу и на яйки идти. Пущать не велено. Зачем не велено? Как не велено? Своих знать надо. Не велено. Ухлимы больно. Афанасий Иванович. Салават. Ну что ж, Батыр, значит, встреча на прямой дороге. На прямой дороге, Афанас Иванович. Идем к самому. Здорово, Афанасий. Здорово, Петр Федорович. А мне сказали, ты пропал. 500 мужиков заводских тебе привел. И пушек новых 7 штук отлили. Да Салават Батыр 2000 конных башкирцев тебе привел. 2000? Набрехались собаки. Стало быть, верят башкирцы, что я царь точно. Ваше Величество, Емельян Иванович Пугач-то. Нет, не то. Пугач не царь, Петр царь. Нам твой паспорт не надо. Нам человека надо. Нынче привел 2000 башкирцев. Завтра домой пойду. 100 000 народу поднять можно. Thank you.
Ну как, Семен Данилович, нынче сколько пушек отлили? Три. Три? Три. А ты сказывал, больше одной нельзя работать. А я сказывал, можно. Так это на хозяина нельзя, на себя можно, а? Начальника мне. Кто начальник у вас? Полковник, башкирин. Там он. Давай башкирца сюда. Ты начальник? Да. От государя. Приказал государь по всем заводам рабочих поднять. Из Петербурга войско на нас идет. Войско? Ты! Ты! Я? Не в час ты мне встретился. Убил бы тебя за позор. Какой позор? Я тебя принимал. Хлеб солью кормил, а ты мне девку с ребенком бросил. Ребенок? Постой, постой. Ну, что надо? Где Ксанг? Уйди. Зачем? Зачем уйти? Скажи, пожалуйста, одно слово. Мальчик или девка? Мальчишка. И рожей в тебя. Слушай. Что еще? Дедушка. Фу. Мальчик. Полковник. А ну-ка, переведи башкир поближе. Нужное время атаковать, скажу. Я приказал занять новый мост. Проспали? Наша знатная. Тут господин Михельсон и шею себе сломает. Пока они не закрепились там, немедленно атаковать. Родненький.
Сыночка-то, сыночка-то нашего не видел. Сыночка-то нашего еще не видел. Сына мстить будем, вместе жить будем. Погоди, куда Воську водишь? И шелп отсюда! Куда пушки везешь? Назад! Назад! Пусть русские сами воюют! Со мной! Башкиры! Его головой от царицы откупится. Разбите войско! Уходить надо! Врешь! Коня мне! Сам поведу! Куда ты? Надежа! Голову спасать надо! Пусти! Уходить надо! Эй, полковник, скачи скорей! Спасай свою голову! Зачем спасать? Я пропал, мало пропал. Он пропал, все пропал. Иди скорей, иди, мы их держать будем. Иди, войско, голова! Наше дело пропало! Поднимайся,
к добру гости едут. Куда? Там наши люди. Начальника нет. Как воевать без начальника? Колик, миленький, ну какой, какой ты начальник? В кровище ведь. Давай саблю. Саблю давай. Ну, посиди. Я сама пойду посмотрю, чего там. Иди, пожалуй. Скоро гляди. Кончать уговори. Я отцеловать людей увел. Я... А хочешь быть старшиной? Поймай салаватку. Поймаешь, медаль получишь. Будет. Будет. Ну, расскажи. Как же это будет? Моя сестра Салаватки невеста. Я такое хитрое дело придумал. Поймаю, поймаю. Я тебе ярлык принес. Ярлык? Какой ярлык? Что ты не бунтуешь больше. Я? Когда бунтовал? Салаватка, кто скрывал, кто прятал Салаватку. Теперь конец Салаватку, и пугать в тюрьму попал. Кто там? Овечка, сына кушает. Ну, прощай, бабай. Да, прощай, Бухарин, прощай. Прощай. Пугать пропал, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Давай коня. Хочешь? Надо. Он врет, что Пугач пропал.
я подыму весь народ. Пугач не пропал. Бабай, если я погибну, расскажи ему про отца. Пусть вырастет настоящим башкиром. Арума, сестра! Арум! Сестра! Чего ты? Вышла. Салават приехал. Где? Пойди, найди. Где? Где Баик? Обрадовалась. Нужна ты ему. У него теперь русские бабы есть. Врешь. И сын есть. Сын? Врешь! Ай, врешь! Я вру. Бухаир врет. Что Салават женился на дочери Пугача, вру. Что у них сын родился, тоже вру. Что у них сын у бабая на пасеке. Ай, Бухаир врет. Все врет. Хош. Постой! Постой! Чей это сын? Салавата сын. Сам не знаю. Какой-то человек привез, бросил. А сам? Сам на лошади скакал. Куда девать такого молодого человека? У нас коза есть. Молоко напою. Ой, молоко любит молоко. Бабай, ой, любит. Мне жених Салават. Скажи мне, где он? Где он? Нельзя. Скажешь? Не скажешь? Тогда я побегу к солдатам. Буду кричать, тут Салават, со своей пугачевой. Погубишь, Салавата, сама погубишь. Пещерка, смотреть надо. Ты рад мне. Рад своей ласточке. Что же ты не шел ко мне? Жена не пускала. Какая жена? Твоя жена. Пугачиха. Нет больше жены. Умерла. А Малай? Малай есть? Малай есть. Ты матери будешь ему. Нет. Не надо нам чужого волчонка. Беги! Резко! Давай, Савор! Солдаты схватили, увели. Подожди меня, Тиш. Смотри за сыном. Салават.
Салават. Мой Салават. Иди сюда. Знаешь его? Салават. Нет. Салават совсем не такой человек. Боится он. Другого человека спрашивай. Убрать. Спроси Ахтамьяна, старика. Салават его сына застрелил. Его спрашивай. Ну а ты знаешь его? Салават у меня сына убил. Я клятву давал. Встречу Салавата. Своими руками задушу его. Это не Салават. Врут. Все врут. Кого мне привел? Кого мне прислал? Я сам мою сестру послал. А меня? А меня? Она сама привела солдат. Врешь! Полковник Салават. Секретную. Прощай, Салават. Зачем прощай? Мы еще встретимся на прямой дороге. Будет еще больно жить башкирский народ.